Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я хочу вам показать финальное сражение в игре Criminal Girls Invite Only. Сразу хочу предупредить, будут, соответственно, спойлеры, поэтому тот, кто собирается проходить эту игру, она получилась, поверьте вы мне, очень и очень достойной. Советую закончить на этом просмотр этого видео. А те, кто все-таки не будут играть по каким-то причинам или просто все-таки любопытство взяло верх, пожалуйста, приглашаю к просмотру. Надеюсь, я не облажаюсь и у меня получится победить в сражении. Так, друзья, что вам здесь вначале хочу немножко рассказать. Надо вначале мне, в принципе, подобрать команду для финальной битвы. Как вы помните, здесь у нас 7 человек в команде. Надо нам выбрать 4 для сражения. Дело в том, что здесь перед финальной битвой был такой эпизод. Надо было выбрать одну из героинь, которая примет определенную жидкость, да, которая усилит как бы ее параметры и, соответственно, откроет ей вот эту вот последнюю колоночку, где очень-очень крутые маги. Видите, остальных она просто закрыта. Вот, а здесь у нас есть, я прокачал ее, она действительно, ну, солидно улучшает показатели нашего персонажа. Вот эта вот магия, она фактически выносит, по крайней мере, на данный момент любого босса, которые были здесь, любого противника с одного удара. Но я думаю, финальный босс будет гораздо сильнее, хотя, может быть, я так прокачался, кто его знает. Ну и здесь вот пассивные навыки. Очень и очень достойный, на мой взгляд. Но, соответственно, для каждой героини они будут свои особенные, поэтому я не знаю, что у остальных. В принципе, если мне... Хотя даже что скрывать, я, когда будет мне немножко больше времени, я попробую хотя бы еще кем-то поиграть, пройти финал еще раз, только уже за другого персонажа, потому что здесь фактически отделяет не так уж много времени. Там всего ничего... Надо только выбрать персонажа, вот, и, как говорится, попытать ее немножко, как я вам рассказывал в прошлом видео. Это делается в лазарете специальными инструментами, вот. Видите, только у нашей девчонки есть вот эта вот последняя графа, которая открывает все вот эти способности. Ну ладно, хватит слов, давайте двигаться. Я думаю, прямо перед дверью надо еще добраться туда. Я... команду подберу, потому что тут может кто-то нам сейчас попасться по дороге, и не хочется мне потерять на этом какие-то... Так. Все, настало время выбрать команду. Так, так, так. Лучше всего, в принципе, в паре лично. Тут, конечно, у каждого свой выбор будет. Мне лично импонирует вот эта пара близняшек, они очень хорошо работают в дуэте. И у нее, вот у этой вот, на кого я сейчас показываю, имена мне назвать не буду, потому что вы просто их не знаете, да и запутаетесь в них. Вот, только скажу, что мою любимицу зовут Элис, вот, которая вот я дал жидкость. Может быть, я это и зря сделал, и что-то плохое с ней случится. Ну, посмотрим. Объясню свой выбор, в общем... Не по поводу Элис, а почему я такую команду подобрал. Вот эта вот девушка Рен, она очень, она специалист по защите. У нее очень хорошие есть навыки, которые позволяют иногда принимать удар только на себя, иногда делать всем защиту повышать. Это боец физически очень сильный, плюс она очень хорошо действует в команде со своей сестрой-близняшкой. Здесь есть специализированные атаки, которыми можно выполнять только вдвоем. Причем у каждого персонажа по две таких атаки. И, то есть, допустим, вот у нее есть совместная атака с этой же вот Юкой. Маг, кстати, она лечит. И совместная атака вот... А, кстати, ее нету здесь, да. Это тому будет другая девчонка. Ну да ладно, обойдемся без нее. Там атакующий стиль. Нам он сейчас не нужен. Наша ударная сила вот эта вот девушка. Потому что мы идем сражаться с одной очень крутой... как назвать, даже не знаю, девчонкой, не девчонкой, каким-то существом. Мы с ней уже бились, но она оказалась гораздо сильнее меня, поэтому мне пришлось вот немножко прокачаться. Но это, само собой, было до этого сражения по сюжету. Так что пришла пора расставить все точки на
Слишком много, друзья, извините, говорю, как-то так, немного волнуюсь, так. Так, я чувствую невероятное присутствие прямо за воротами. Это сильнее, чем все, что мы видели до этого. Открыть ворота, ну или пройти через них, да. Мы зашли так далеко, поэтому нет, нужно поворачивать назад, давайте двигаться вперед, девчонки. К слову, я говорил уже в прошлом видео, здесь... Блин, ну не хотел я сражаться. Пробую я убежать, да, все хорошо. Мне как бы сейчас не надо тратить какие-то поинты свои. В этой игре довольно-таки сложный английский язык. Мне пришлось раз, наверное, 50 сворачивать экран, чтобы прочитать перевод какого-то слова или выражения. Поэтому, кто будет... Проходить, подготовьтесь, приготовьтесь. Так, я знала, что вы придете. Вот эта вот девушка. Тоже, кстати, очень, очень симпатична. Она встретится... Симпатично, очень, она встретится нам еще ранее в третьем блоке, но будет немного вести себя не так и ведет нас в небольшое заблуждение. Ну да ладно, это все спойлеры. Смотрим. Она говорит о том случае, когда мы в прошлый раз бились с ней. У нас мы даже не могли нанести ни одного удара. Она фактически, у нее какой-то щит стоял до невозможности сильный, и она нас убила с одного удара, в принципе, всех. Вот. Спас наш главный герой. Ну, вот она говорит, сегодня я не промахнусь. Извините, что разочаровываю вас, но я не хочу быть спасенной. Ну, видите, она здесь слишком долго находилась, видела невозможные, ужасные, нечеловеческие вещи, которые просто уже, формально говоря, впитались в ее существо. Прямо уже в ней самой. Вот видите, эта программа, в которой мы участвуем, я вам напомню немножко, то есть наши героини попали сюда, чтобы им дали шанс. По сути дела, как бы я уже их не грехи все знаю, это все прекрасно открылось в предпоследней главе. Не такие они и большие, хотя вы знаете, они есть действительно. За этими милыми личиками скрываются, ну, там нету ничего такого супер кровожадного там или ужасного, но в определенной степени с этим жить тяжело, конечно, в дальнейшем, но мне кажется, таким людям действительно можно дать шанс. И вот эта программа, мне кажется, ну, конечно, такое быть не может на самом деле. Ад, рай, это вообще другая тема для разговора, это все теология. Вот, не будем на это отвлекаться, но суть в том, что вот им должны были дать шанс, а эта девчонка считает, что люди, которые уже имеют за душой грех, не имеют права выбраться из ада. Она сама это утверждает. Видите, она собирается уничтожить все это. Шпиль, пик, ну вот, где мы находимся, и целую программу. Вас всех, себя, все-все-все, я уничтожу все за один раз. Давай, Элис, не подведи меня. Моя любимица. Ну, друзья, удачи нам.
Так. Так. Давайте начнем с укрепления наших тылов. Напомню вам, что здесь атаки, ну, не то, что рандомно появляются, но мы не можем выбрать из того, что у нас есть в нашем всем арсенале. Так, улучшили мы нашу защиту от магических физических атак. Так, это очень плохо. Нас собака знает, кого бьет. Так, давайте ее полечим и еще сделаем такую. Вот, кстати, вот сейчас будет атака-связь. Смотрите, что, значит, не атака, а, ну, в общем, действие. Это у нас сейчас будет лечение. Каждый ход, там, по-моему, ходов 5, наверное. Смотрите, кого она бьет. Она знает, кого бить. Определенно знает. Может, уже боишься меня? Так, тут все хорошо. Ну что, давайте, друзья, проверим, как она. Смотрите, она не бьется. А что ж мне делать? Только Элис может бить ее, получается. Щит пробил этот. Ага, вот, барьер, защищавший Химиками, исчез. Теперь все атаки могут, короче, достигнуть своей цели. Так, друзья, ну что? Понеслась. Так, так, что у меня с показателями? Надо-ка свою девчонку еще немножко улучшить. Давайте проверим, как она физически воспринимает атаки. Так, ну, в принципе, средне. Как уж у тебя здоровье, моя дорогая. Блин, блин, блин. Вот эта атака, друзья, она сейчас мне срочно... Не закупился я одной штукой. Вот атака, которая убивала всех с одного удара. Да уж, таких ударов потребуется много здесь. Так, хорошо, хорошо. Хорошо. Чё ты все ее трогаешь, блин? Вот не спится тебе, не мется тебе. Чё ты к ней лезешь? Красавица, 2660. Так. Надо ей. Надо ей, надо ей. Так, так, так. Юка больше не парализована. Так, надо. Одной из наших девчонок, вот ей, сделать такую штуку. Пусть она. Она парализована. Попробую так сделать. Хорошо. Пока все идет хорошо. И честно, пока босс не впечатляет. Как-то все ожидаемо. Вот, друзья, опять, к сожалению, у меня, блин. Хотя, стойте, у меня же где-то была какая-то штука, которая очищала. Нет, это группа. Вот, Remedy, пожалуйста. Лови еще одну бомбочку сверху. Типа я сейчас еще увеличил атаку, и было бы вообще все замечательно. Почему
Ох, друзья, беда, 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 беда. Блин. Сейчас она нанесет супер удар. Где мое полное ремеди? Удачи вам, ребята. Надеюсь, вы это выдержите. Ну-ну-ну-ну, кто живой? Ух. Так, что мне дальше сделать? 30 мало, давайте 60 сделаем. Сделаем так, а на следующем ходе попробуем оживить нашу самую сильную девчонку. Так. Где ты, где ты, где ты? Оживление. Лови гранату сразу. Ты не обалдела, нет? Только одна атака была. Охренеть просто, но. Так, 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 так. Оживим ее еще раз. Что вот это такое? Интересно, что это такие за штуки? Ладно, не будем пока пользоваться. Мне они, в принципе, не надо. Я их так справляюсь, мне кажется. Полную энергию всех можешь бить опять своими ударами. Первый удар. Хоть это плохая атака, но. Она все сильнее и сильнее становится к концу битвы. По-моему, это уже очевидно. Так, что ж тут с тобой придумать? Пока ничего. Следующая атака будет очень болезненная для него. Попробуй такое съешь. Так, опять эта атака. Да ёпрасты, ну вот бей ее, у нее самая сильная защита. Хотя как-то странно. Что это? Друзья, все, что только можно, мне навешало. Так, это что за атака такая? Подождите, когда она делает с ней, по-моему, она восстанавливает всем здоровье. Если я ошибусь, я проиграю. Нет, я лучше это сделаю, это точно. Да, это все восстановит точно. Лучше это сделать, а то оставить на потом. Опять сейчас будет бомбовый удар. Надо моей девчонке, самой главной. Такую штуку сделаем. И следующий удар я ее просто вынесу тебя на. Блин, сейчас могут убить. Это ответочка маленькая прилетела. Блин, почему так? Почему не по-другому? Мне осталось только 4 оживления. А нет. 10 еще. В принципе, нормально.
Рискнул. Так, одна атака прошла. Блин, рискнул. Блин. Твою дивизию называется рискнул. А мог сейчас убить ее с одного удара. Еще, друзья, есть такой вопрос, последний ли это босс. И очень часто в японских играх... Ну что, друзья, нет, не буду рисковать, лучше... Как я тебе... Что ты парализован? Как я тебя не заметил? Блин! Друзья, это звездец. Я не увидел... Я не увидел, что она парализована. Блин. Ух. Повезло, что я знаю повадки своих персонажей, какие ходы они будут делать. Это, кстати, недаром я 40 часов уже наиграл. Умничка, взяла себе, увеличила то, что надо. Так. Следующая атака должна быть последней для нее. Вот эта атака дурацкая. Ну вот, 24, видно, что применил ла она на себя. Хорошую штуку. Так, ты закончил? Ну только не это, ну мне один ход остался, чтобы тебя дрючить, блин. Так, мне это надоело. Где моя ремеди? Все, прощай. 100% смерть. 14. Как у тебя что-то еще осталось? Еще нет. Спасенный преступниками. Это смешно. А нет смысла больше сражаться. Ты разве не сдаешься? Ты должна вернуться вместе с нами. Нет, я не могу. Мы все преступники. Я не могу позволить кому-либо покинуть этот шпиль. Мы все умрем вместе. Подождите. Так, этот голос мы слышали уже во дворце. Химекамисан, матте! Мия, сенсей! Атаси... Зутто аната ни аямаритакуте! Хочу перед тобой извиниться за все это время. Анотоки, сужигане ири но варуи котачи но накаде... Аната ва тотемо... В отличие от большинства преступников, ты всегда была честной и тяжело... Трудилась. Она тебя очень сильно полагалась. Я переложила все бремя ответственности с меня, с моих плеч, с плечей на твои. Хватит, я не хочу больше ваших извинений.
Это не извинение. Это мое завещание, по-моему. Худшего лидера. Кто подвел тех, кто положился на него. Я теперь поняла свой собственный грех, когда ты исчезла. Да уж. Не хочешь ли ты еще раз подняться на этот шпиль вместе, рука об руку? Никогда не предам тебя, я тебя защищу. Даже ценой своей собственной жизни. Думаю, друзья, тут все без слов, понятно. Да, что за хер, извините за выражение, что за херня такая? Ага, они узнали, что Химиками была причастна. Комитет на пути сюда, чтобы наказать ее. Надо спешить и бежать. Я не уйду. Идиотка, о чем ты говоришь? Если мы не поспешим, они нас поймают. Все верно. Я совершила грех. Я должна быть поймана и наказана за него. Я не могу составить... Нет, я не могу быть в вашей группе, которая... Каждый член которой уже искупил свои грехи. Но все же ты не знаешь, какое, насколько сурово будет это наказание. Это уже моя ответственность, моя проблема. Это касается меня тоже. Как Химиками Рилидин, я за нее в ответственности. Я останусь вместе с ней, вы, ребята, продолжайте ваш путь. Когда мы встретимся в смертном мире когда-нибудь, когда придет время, мы можем быть друзьями. Как обычно, хорошие ответы. Неужели это финал? Ну все нормально, я дал разрешение, кивнул. Знак согласия, Элис приблизилась к котенку. Да, он миленький.
アリス、ずっとお友達がいなかった。だけど今のアリスにはカノカマも、アリスの大事な人なの。Ладно, друзья, давайте тогда на этом моменте, наверное, хорошим закончим. Я уже дальше почитаю сам. Я думаю, вы хотели увидеть финальное сражение, вы его увидели. Мы в итоге в нем победили. Все закончилось чудесно. Посмотрим. Я посмотрю, что будет дальше. Но, я так понимаю, будет какое-то продолжение, потому что уже анонсировано, что в 2017 году будет, ну, по крайней мере, точно выпущена игра в Стиме. Как вы знаете, она уже вышла на PS Vita, но опять же, будет она с цензурой. Но мое личное мнение, что цензура, не цензура, эта игра гораздо глубже, чем может показаться на первый взгляд. Это не какой-нибудь там какая-то хентайная визуальная новелла, в которой только смотреть на девушек голых и на их достоинства. Здесь совсем другое, здесь затрагиваются высокие чувства. Очень интересно было наблюдать, как развиваются отношения между нашим протагонистом и девушками, с которыми он поначалу как бы не очень ладил, но в итоге вот так все получилось, очень даже великолепно. Рекомендую на самом деле пройти эту игру каждому. Она мало того, что интересна, увлекательна, она еще действительно заставляет задуматься. Это очень важно для современных игр, потому что не каждая игра позволяет оставлять такой след после себя. Лично в этом плане я большой плюс игре хочу поставить. Буду писать в ближайшее время текстовый обзор на нее. Обязательно постараюсь это упомянуть. Но, естественно, тут есть и минусы, которые я за свои 40 с копейками часов уже успел заметить. Тоже их опишу. В любом случае, если вас это заинтересует, смотрите, читайте все это в нашей группе в Стиме. На этом я завершу наше финальное видео по видео с нашим финальным сражением. Кому понравилась игра, ссылочка, как всегда, под видео. Большое спасибо вам за просмотр и до новых встреч. Пока-пока.